Ну что, дорогие друзья, вот у нас и закончился этот 2022 год. Практически осталось буквально какие-то считанные дни. И все сейчас подводят итоги, друзья. Как у них прошел год, хвастаются какими-то цифрами. Вы знаете, мне кажется, на мой взгляд, это какая-то ярмарка тщеславия хвастаться своими цифрами, которые как бы пришлись именно для тебя. Поэтому, друзья, я хотел бы подвести этот год совсем по-другому. И я сейчас поделюсь теми фактами, которые я делал в этом году именно для вас. Ну что, поехали. Друзья, самый главный момент, который я оказываю своим туристам, это поддержка в стране. Этот момент очень многие недооценивают, когда еще не купили тур, когда еще не сталкивались с какими-то сложностями. Но я сразу, с самого начала своей деятельности, считал, что это самый главный и козырь, и гарант, и вообще самая главная эта вещь, это тот сервис, который я оказываю для туристов, помимо продажи туров. Это и всевозможные ситуации, связанные с возможными какими-то историями по заселению не в те номера, и с овербукингами от туроператоров, и какие-то сложные ситуации, которые просто бытовые возникли и так далее, а связанные со страховыми историями всевозможными, да, связанные просто с какими-то форс-мажорами туристов. Я никогда туристов не оставляю, и я не хочу, чтобы каждый из вас, кто работал или будет работать со мной, думал, что моя цель вам только что-то навязать и продать, и на этом забыть. Я так не работаю, как-то в одном из постов я уже такое рассказывал. Мне как раз интересно, чтобы мы с вами были долгое время, у нас были, складывались хорошие отношения, поэтому я всегда оказываю поддержку по всем вопросам. И даже если вы уже вернулись из тура, у вас есть какой-то просто вопрос, может быть, просто какая-то жизненная ситуация, всегда можете мне написать, позвонить, и я как бы с радостью на это отвечу. Следующим пунктом я бы хотел отметить, это то, что я всегда пополняю свою информацию, да, и вообще даже не то, что пополняю свою информацию и базу знаний своих по странам, моя, наверное, главная функция, возможно, вы заметили, возможно, нет, я скажу. Я стараюсь собрать всю информацию по максимуму, по разным странам или разным как бы ситуациям, или по правилам въезда, неважно. То есть разложить ее по полочкам и выдать ее максимально просто, понятно, доступно. В общем, чтобы это было комфортно туристам, чтобы это не было какими-то заученными фразами или какими-то длинными лентами портянок, каких-то документов, в которых нужно еще разобраться. То есть я всегда стараюсь передать информацию четко по делу, без каких-либо там подводных камней и скрытий. При этом мне очень нравится показывать как раз вот и обзоры отелей, и обзоры различных ситуаций, обзоры мест, и как раз вот именно передавать ту атмосферу. У меня главный, скажем, лозунг, он может быть длинный в своей компании. Я всегда хочу, чтобы ваши ожидания от отдыха всегда совпали с реальностью или больше были. И это важно, потому что очень не хочется приобрести какой-то тур, приехать туда и разочароваться. Вот я делаю все для того, чтобы не было разочарований. Плюс, конечно же, делаю контент по максимуму, да, какой возможно, да, приезжаю, снимаю, где-то я делаю видео, где-то пишу посты, где-то делаю аудио, да, но все это сделано именно для этой цели, чтобы у вас складывалась четкая, ясная картинка. При этом весь контент, который я создаю, меня уже тоже не раз об этом спрашивали, я создаю, собственно, за свой счет, то есть я сам еду, сам приезжаю, сам оплачиваю эти командировки, сам беру те отели, сам их проверяю и даю свое мнение. Нет ни одного видео на моем канале, где я бы выдал мнение чужое. И даже у меня был опыт работы с туроператором. Вот мы отели Фансан Комфорт Бич снимали в Турции. Они сказали сначала, что вот нужно вот так показать или вот так показать. Я говорю, нет, ребят, либо я показываю, как я привык показывать свою аудиторию, либо вообще как бы ничего не показываем. Они в итоге согласились, ну и получился такой замечательный выпуск. Возможно, кто-то видел. Ну и так далее. То есть, как бы мне очень нравится, как говорится, все раскладывать по полочкам и передавать для вас эту информацию. Что я и планирую продолжать делать для вас. И уверен, что вы это цените, потому что я всегда вижу эту обратную связь по моим видео, по моим роликам. Так что, друзья, идем дальше. Еще один такой момент есть, которым я очень долго думал. Я хотел сделать, чтобы было и просто в то же время, да, и понятно. И, на мой взгляд, есть как бы два таких, наверное, скажем, информационных небольших прорыва для меня, даже три, наверное. Это я упростил максимально сайт, сделал акцент его на мобильную версию и сделал так, чтобы было все с главной страницы понятно. Куда зашли, куда перейти и что надо сделать. Чтобы не было этих размазанных длинных страниц, где читаешь, читаешь, не перечитаешь и не понимаешь, что по итогу нужно сделать. На мой взгляд, получилось все просто и лаконично. И также обратная связь ваша показала, что, ну, как бы, да, это правильно.
Вот. Следующий пункт, это я отмечу, конечно же, телеграм-канал, который называется «Говорит Георгиев Travel». Мне очень давно хотелось побыстрее выдавать, скажем, информацию какую-то нужную, важную. И я всегда видел ограничение в том, что делать видео, это все равно какой-то процесс времени занимает. Нужно его записать, сделать, смонтировать, еще и так далее. Лучше, конечно, чтобы какие-то были там картинки. И это всегда какой-то длительный процесс. А информацию хочется выдать здесь сейчас. Особенно бывает такая, что что-то, ну, как бы прям реально экстренное, да, или что-то пришла мысль классная в голову, и вот на тех эмоциях, на той ситуации озвучить, конечно, не получалось. И я подумал, почему бы не делать голосовые посты? И мне кажется, это вообще очень классная идея, на мой взгляд, и также, да, многие из вас это оценили. Я беру тему, ее озвучиваю, кому-то удобно послушать просто в наушниках, даже не читать, ну, и как бы тезисно я тоже пишу. Вот, и это, мне кажется, тоже такой достаточно прорыв хороший в этом году, как бы я сделал тоже для вас. Ну и, конечно же, не будем забывать о моем чудо-боте, который мониторит всех туроператоров и присылает вам цены. Либо вы просто хотите найти тур и можно не залазить даже на мой сайт, а пользоваться ботом в Телеграме, что очень удобно. Или подписаться на какие-то горящие предложения, можно не на одно, на несколько подписаться. И по мере снижения цены вам будут приходить уведомления сразу. Думаю, тоже многие оценили. Могу даже похвастаться, на сегодняшний момент ботом пользуются в моменте прямо сейчас больше 1000 человек. Так что я считаю, это тоже классное достижение, которое именно не для меня, а для вас, друзья, было полезно, и это как бы показывают все цифры. Подчеркнуть еще хочу один момент. Все так классно, здорово, да, но, как говорится, в любой бочке меда есть капля дегтя, да. Поэтому этот деготь, конечно, составляет сложные ситуации, которые так или иначе возникали с момента пандемии, да и ранее они, в принципе, всегда возникают. Я, в общем, уже к ним привык. И скажу смело, что я всегда вникаю во все истории, связанные с какими-то конфликтными, да, историями, особенно с операторами у нас это бывает, когда где-то что-то не получилось, сорвалось, где-то зависли деньги там и так далее. Я уже прошел достаточно много судов, когда невозможно было с туроператоров, например, взыскать деньги, скажем, мирным путем. Мы прошли через многие суды и взыскивали. Где-то мы обошлись в том числе без судов. Просто уже за счет накопленного мной опыта мы делали те документы, те как бы заявления, да, для того, чтобы мы максимально быстро вернули денежные средства. Здесь же также хочу отметить, слаженная работа с давними партнерами, со многими операторами тоже позволила делать какие-то решения максимально быстро. Это касается и возврата денег, и переноса денег. И вот сейчас там была ситуация, связанная с отменой рейсов по Египту. Мы, в принципе, все, кто хотел, и у них были туры на новогодние даты, мы всех пересадили, и никто даже практически не переплатил никаких денег, где-то даже сэкономили, и все отлично улетели. Так что, друзья, не забывайте о том, что помимо того, что есть все классно, здорово и супер у меня, я всегда вникаю в ваши сложности, но они получаются наши и мои тоже. Я никогда вас не оставляю, говоря, что это ваши проблемы, и как бы разбирайтесь с ними сами. Я всегда вникаю, мне это, во-первых, интересно, потому что я хочу решить задачу. Мне это интересно, потому что мне важно получить в том числе какой-то кейс наработку, потому что это может пригодиться в следующих случаях. И эти же кейсы, которые уже давно, за много лет наработаны, они продолжают приносить пользу. И в тех ситуациях, где для человека кажется тупик, все, как бы я не знаю, как этой ситуации выйти, мы всегда находим решение, так или иначе, и проблема решается достаточно быстро. Я, конечно, не Брюс всемогущий, не бог, конечно, да, но 99% ситуаций, я считаю, мы все разрешили в этом году, в прошлом году, и если они даже будут, мы их будем разрешать. Так что, друзья, на этой прекрасной ноте я хотел бы, наверное, финализировать. Думаю, главные события этого года для меня, и точнее не для меня, а для вас были в том, что я сделал немножко более информационным ресурс свой, да, как Telegram, так и сайт более упростил для пользования. Также продолжал оказывать для вас поддержку, также всегда нахожусь во всяких сложных ситуациях вместе с вами. Ну и, конечно же, также продолжаю вас консультировать по различным направлениям, турам, получаю багаж новых знаний, раскладываю его по полочкам и передаю его вам. Спасибо, друзья, что весь год вы были этот со мной, и прошлые года тоже. Спасибо всем тем новым туристам, подписчикам, которые присоединились и только-только знакомятся со мной. Давайте друг другу доверять, вместе будем знакомы. Я всех душевно поздравляю с наступающим Новым годом, который, уверен, принесет нам глобальные изменения, но они будут не в худшую сторону, а в лучшую. Я считаю, что каждый из нас должен держать мир в душе, и тогда у нас все пройдет как надо, и мы будем дальше только расти, развиваться, жить в любви, счастье, гармонии. Друзья, всем мира в душе! Увидимся в следующем году. Я всегда с вами на связи. Читайте мой телеграм, подписывайтесь на YouTube. В общем, услышимся, увидимся, друзья.
Bye.